Таганрогский автомобильный завод – одно из крупнейших автомобильных производств в России. С 2001 года «Тагаз» начал сотрудничество с южнокорейской компанией Hyundai. Летом 2007 года был запущен в производство автобус Hyundai County. Машинокомплекты для Hyundai County, впрочем, и для остальных представителей марки, поставляются из Южной Кореи по морю в порт Таганрога или по железной дороге через порт Находка. Качество сборки обеспечивается за счет 100% входного контроля поставляемых деталей, наличия постов проверки в конце каждого этапа производства, а также постоянного контроля качества в ходе всего технологического процесса. Многофункциональный и комфортабельный автобус малого класса Hyundai County предназначен как для городских, так и для пригородных перевозок. Надежный дизельный двигатель Hyundai объемом 3,9 литра и мощностью 145 лошадиных сил экономичен и надежен в эксплуатации. Усиленная, адаптированная к российским дорогам подвеска обеспечивает комфортную поездку пассажирам, отлично проходит мелкие выбоины и в то же время максимально снижает продольное и поперечное раскачивание на дороге, что очень важно в российских условиях. Прекрасная маневренность и легкость в вождении достигается удобно расположенными рычагами управления и приборной панелью. Полностью регулируемое водительское сиденье обеспечивает удобство при управлении автобусом, позволяя водителю постоянно оставаться внимательным на дороге. Рулевое управление вполне сравнимое с управлением легковым автомобилем. Повышению безопасности способствует наличие АБС, гидроусилителя руля, а также удобная посадка водителя. Кузов устанавливается на жесткую раму, которая увеличивает прочность всей конструкции автобуса. Автобус имеет простой и надежный механизм открывания пассажирской двери, что немаловажно в условиях длительной эксплуатации. Инженеры компании Hyundai позаботились об удобстве пассажиров и водителя. Автобусные кресла Hyundai County достаточно комфортны, спинки и сиденья не вызывают усталости даже при многочасовом нахождении в них. Благодаря этим свойствам автобус можно использовать как служебный, экскурсионный, а также как городское такси. Автобус Hyundai County имеет свой уникальный узнаваемый стиль. Внешний вид автобуса подкупает современным дизайном и продуманностью мелочей. Небольшие передние фары удачно сочетаются с крепким и элегантным бампером. Задний бампер цельный, но не громоздкий. Приобретая автобус Hyundai County, вы получаете качество, надежность, долговременную и комфортную эксплуатацию в любых российских условиях.